Привет всем! Ну как настроение после праздничка? Всем хорошо? А кому-то не очень, наверное, хорошо, да? Так, смотрим первым делом мы вот сюда. Что тут у нас осталось от мухи? Вот он, паучок, царек сидит. Вот он. Ну, муха еще есть, мумия еще есть. Посмотрим, насколько ее хватит. Этому, бля, какой он жирный стал. Такой-то, ну конечно, ну ел. Такой хапчик у него. Так, смотрите, что анцики творят вообще в аквариуме. Тут уже все чисто с этой стороны. Вообще нету налета на этой торцевой стенке. Вон осталось, видите, сидит, доедает. Видите, они по краям и к центру все идут. Вон осталось уже того пятна. Фиг да нифига. Ну вот вам, пожалуйста, наглядный пример. Анцики работают, ё-моё. Все-таки, как ни крути. А там банда сидит, кабан. Гляньте, сколько их. Уже вас сдавать пора. Кому только-то. Жарить надо. Так, в общем, вчера я переселил малышню всю. Вот сюда. Вот это аквариум. Ну, оно не видно тут. Вон оно, фокусир. Короче, два помета тут. Синий, живые. И синий мелкий. Я думал, похавают. Не, нифига. Тут они все живут. Теперь в этом кубике. Свет вчера им переделал, поставил сюда вот эту вот лампочку, вот такую вот теперь, бам, теперь вот так вот будет, вот такая тут красотень. Там он икра лежит, ушел, ну еще процесс будет, хай пока она еще, хай они еще чуть-чуть пошпилевилятся. Икра уже есть вот тут вот в начале, пока я сейчас поменяю воду, вот тут там надо поменять воду все-таки ж. Так, вот это будет к обеду как раз артемуха готова. А вот это вчера оставил этим чуть-чуть на утро, чтобы было. Сейчас, кстати, надо ее выключить. Так, включил вот тут течение. Этим вчера был день зеленый. Ряски набросал. Посмотрите, что тут творится. Так, кстати, можно им всем свет включить. Ага, а сюда я поставил лишь вот, вот такую лампочку. Была там в загашнике, длинная. Такая же тоже диодка, только длинная. Вот так теперь оно теперь будет работать тут. Тут, конечно, болото подняло мутняк. Я сейчас только помпу включил. Они ряску любят. Ну, конечно, мусора от ряски капец потом после нее. Все равно надо будет вечером, наверное, воду чуть-чуть подменить. Он гимно зеленый, он плавает. Так, что еще? Поменял воду в огурце вчера. Поменял воду в огурце. Стекло только дотереть не успел. Вот это начал вытирать стекло. А это не успел. Ну, не будет же он пустой стоять по работе. Позвонили. Поехал. Так, там вон разборы сидят, разбираются. Разборы на разборках. Она, вон, видите, какая уже толстая. Ну, посмотрим, что. Они по дню должны, по идее, не реститься. Кстати, что у них за температура? 27,8. Я думаю, нормально будет. Тут что? Тут все хорошо везде. Вот тут самы вон там должны быть. О, ля, о, а что такое? Ля, как подняло этот самый. Камешек убрал тут. Био то кольцо. И оно что-то воздухом подняло слишком высоко что-то, ля. Они хоть там живые. Да были, вчера плавали, живые видел. Ну все, вот сейчас я поставлю артемуху отстаиваться. Вот тут поменяю воду. Процентов 40, наверное. Ну, короче, пару ведер солью. Ведро, чтобы вы понимали, у меня 15 литров это. Вот, смотрите, тут вот оно поделено до 14. Вот, вот это 14. Я уполню, чем ношу 15. Чтобы вы понимали. А то я говорю, там 3 ведра убрал, 4 ведра убрал. А 3 ведра это 45 литров, извините меня, отсюда убрать вот с этой банки. Ну все, как-то так. Сейчас вот подменяю воду тут. Поставлю на фонарик артемуху. И буду. Надо будет тоже сегодня двигать. Двигаться надо. Так. Долги пособирать после вчерашней таксовки половину. Потому что то денег там у них хватило, то еще что-то. Ну свои как бы нормально. Так что смотрите, гляньте, пятнышко какое осталось небольшое. Вот это этот с одного края, а вот этот, вот он, где он? А ну ты, сукин. А, вот он со второго края. Это уже с краю, блин, объектив. Видите, по краям они, по краям, к центру, и уже нету уже этого пятна. Помните, какое оно было 3 дня назад? Вообще были все стенки, все. Ну, в общем, вот, как-то так. Все, да, гуляются, смотри, разборы. Разборы устраивают разборики. Что, вода у них тут где-то 30% отстойная, а остальная покупная. Ну, типа осмос. Ну, посмотрим, что оно будет.
Это так вот для игрушки, чтобы было чем заняться, как говорится. Ой, забыл я аэролиф тут этот пополоскать вчера. Ну и ладно. Потом. Все. Лайкосик не забываем ставим. Подписочка, кому интересно. Сейчас быстренько. Надо позаниматься делами. Он, да, интернет, он еще и лупашит. Он, смотрите. Еще он гоняет, гоняет. Да-да-да, делает ветер. О, хорошо, давай. У тебя есть время. А у гуперов теперь красота какая с этим светом. И теперь видно, это классно, не отсвечивает. А у гуперов же я вчера воду еще поменял. Потому что тот аквариум вытаскивал сюда, переливал прям с аквариум, с этих маленьких туда малька, да и все. Вон пандюки носятся. А Венесуэлы где-то, а Венесуэлы вон они наверху. Один вчера выпрыгнул, прикиньте, смотрю, я начал руками лазить, там фильтр поправлять. Оно со страху выстрелило, вот там вот упало, за уголком, вот там вот его нашел, короче. Все, мир, дружба, жвачка, покедова, работы богато. 6 хотел минут, но уже 6.06.